В Одессе протестировали 41 пациента с признаками ОРВИ. У всех потенциально мог быть коронавирус. Все они недавно были в странах, где были зарегистрированы случаи COVID-19. Результаты тестов, к счастью, отрицательные. По состоянию на 20 марта в Одессе не зарегистрирован ни один случай заболевания коронавирусной инфекцией. На приобретение экспресс-тестов для диагностики из бюджета мэрии выделили более 3 миллионов гривен. А на этой неделе инфекционная больница получила экспресс-тесты, купленные за деньги городских медучреждений.